Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Да... Ну я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет, как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурчиком закуси. Я не за этим. Клавдия Ивановна, у меня к вам серьезный разговор. Самогонку, которую приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я себе вот смотри, какой подарок привезла, видишь? Тебя что ж привезла, ты помнишь? Что? Бигуди из слоновой кости. Вы же из них еще шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот, из посольства Соединенных Штатов... Клавдия Ивановна, у меня серьезный разговор. Ведите себя прилично. Хорошо. Из посольства Соединенных Штатов Америки к нам в контору пришла нота протеста с требованием выдать вас властям США. А ключ им не надо от амбара, где коровы мычат? Клавдия Ивановна, вас хотят видеть вся американская полиция, ФБР и ЦРУ вместе взяты. Да что я такого сделал-то? Вот и я хотел бы знать, что вы там вы такого в этой Америке сделали. Но так как наша страна, как известно, своих не выдает... Спасибо. Американский представитель приехал к нам в колхоз. И пока он там в этой луже застрял, я быстренько огородами пришел вас предупредить. Он хочет лично с вами побеседовать. Скажите, что я занята. У меня подруга. Мы вышиваем. Все, Владимир, все. Ты глядя. Это деревня Нижние Чесуны? Да, да, это деревня Нижние Чесуны. Окей. Окей, говорит. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь вот эта женщина? Привет. О, я. Окей. Меня зовут Скотт. Скотт? Я много скотов повидал. Ты меня... кушай, кушай. Меня зовут мистер Скотт Бадун. Интересно. С такой фамилией отрезвый. Владимир Иванович, человек на работе. Интересно, есть в Америке Скотт-сушняк? Excuse me, что есть сушняк? Ну, это когда утром встаешь с бадуна. То есть, если утром вставать с меня, это сушняк. Это я пошутил. Скажи ему, переведи ему. Do you speak English? Yeah. Юмор, шутка. Oh. Joke. Понимаете? У меня есть к вам целый список претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Претензии у него, гляди. Какие претензии? Ты давай факты. Факты. Я? Факты — это значит доказательства. Доказательства, понимаешь? А, доказательства. Yes, yes. Тут есть целый список доказательств и претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Товарищ капиталист Владимир Ивановна, я пойду из вашей машинки бензинчик солью пока. What? Стекло протру. Дурака, понимаете? Фрейншафт. Вот. Странный человек. Ты зачем, сынок, приехал-то? Какие проблемы у тебя? Давайте начнем по порядку. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк, вас досматривают таможня в аэропорт. У вас были обнаружены неизвестное химическое вещество.
Какое неизвестное химическое вещество-то? Это краковская колбаса из сельпо. Я в самолете ела. В этот краковская колбаса были обнаружены натрий, плутоний, фосген, мышьяк и примеси тяжелых металлов. Таможенная собака, которая съела кусок вашей колбасы, на следующий день подохла. Ну уж не знаю. Не знаю я. Вон Мотя у меня, Мотя. Всю жизнь ест. И ничего, гляди ты. На, Скотт, колбаски попробуй. Ты кушай, Мотя, кушай. Вы не обращайте на нее внимания. Она у меня по понедельникам всегда такая. Когда ваша колбаса вытащили из пакета по аэропорту, распространился такой запах, что была объявлена химическая тревога. Пришлось эвакуировать пассажиров. Ну, колбаса немного испортилась. До вашей Америки 11 часов лету. Она в пакете перележала, Маник. Надо было ножичком белой соскребать. Толстенько порезать на хлебушек. Пальчики оближешь. Хлебушек подай, Клавдия. На, подам, держи, на, не обращать внимания. Так, еще вы обвиняетесь в попытке изнасилования. Ты злый, что-то я не помню такого уж. Вот здесь все записано. 12-го в 10:00, гуляя по 5-й авеню, вы набросились на гражданина Америки, стали его целовать и рвать на нем одежду, пока вас не оттащила полиция. Его звали Джон Люк. Ты целовала Люк? Ты кушай давай. Это я перепутала. Думала, твой любимый Леонардо Ди Каприо идет. Мистер Люк теперь лечится у психиатров? Ну, передавайте ему привет. Привет. Это еще не все. В 13:00 вы быть на экскурсии в Белый дом. Ну? И там вы напасть на президента Соединенных Штатов Америки. Ничего я не напасть. Я туалет искать. Вот ты представляешь, я в туалет забегаю, там мужик сидит. Спрашивает меня, how do you do? Я говорю, ты сиди, не отвлекайся, я дойду, дойду. Зачем вы ущипнули наш президент за нос? А чё он ругаться-то начал? Вот представляешь, кричит мне, хуаю! Хуаю! Я им говорю, от хуаю слышу! И занос его мать! Ну, я ему сливу сделала! Сливу! Можно вишенку, но это потише. Я сливу уж. И шо можно крапиву? Я ж не знал, что это ваш президент. Убегая в Белый дом от охраны, вы по пути побили 4 морских пехотинцев. Простите, пожалуйста. Они сами на меня сразу все 4 набросились, а я была не в настроении. Но как вы могли побить 4 морские пехотинца? Сынок, ты хоть раз в поле от быка убегал? Нет. А я каждый день бегаю. У нас дорога до станции, через поле лежит. А в поле тебе мош пасется. Бык, 4 центнера. Как меня увидеть, зараза, сразу за мной гонится. Ты можешь всегда за дураками бегать. Ты кушай, пожалуйста, кушай, не отвлекайся. Я муж 3 раза рога пообламывал. И все равно, как меня увидит... Пар из ноздрей. Копытом бьет. Вот не мог. А ты говоришь, морские пехотинцы. Фу. Вы звонили из отеля в Нижние Чесуны? Да, звонил. Да, звонил. Ну, у меня ж подруга здесь живет. Вот Мотя. Звонил ей. Здравствуй, Скотт. Добрый день.
Как известно, наша страна прослушивает разговоры всех иностранцев. Мы прослушали ваш разговор и пришли к выводу, что вы готовите заговор. Мы провели лексико-грамматический анализ... Я не слишком быстро говорю. Да мы тебя вообще не слушаем. Мы провели лексико-грамматический анализ вашего разговора. Некоторые слова нам были не совсем понятны. Что тебе непонятно? Что означает выражение «ядрить меня в коромысло»? Мы можем спросить у мистера Хрена? Ты не понял. Хрен его знает? Значит, никто не знает. Как это никто не знает, если мистер Хрен все-таки знает? Тебе не понять, скот. Очень важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знакомы с мамой нашего президента? Нет. Но в телефонном разговоре вы упомянули ее 25 раз. Понимаешь, сынок, мама, она бывает разная. Бывает Кузькина мама, ее обычно показывают. Бывает такая-то мама, к ней обычно посылают. Слишком больно любопытных. Так, после атаки на нашего президента мы ведем наблюдение со спутника за нижними часунами. И мы пришли к выводу, что вы готовите оружие массового поражения. Ну с чего ты взял-то? У нас есть фотографии, неоспоримые доказательства. На эти фотографии вы и ваш председатель кладете в какой-то аппарат картошка, свекла, сахар и эти... дрожжи. Дрожжи. Вот, а на другой фотографии... Спустя час вся деревня лежат. Ну, ядрит меня через кромысло, а? Вот опять. Ну, у вас чего, не гонит, что ли? Я не понимаю. На вот, попробуй. Матрёнина полянка. Это что, ваше оружие массового поражения? Нет. Это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, все конфликты исчезают. Жизнь становится веселая, радостная. Все счастливы. Шумелка мы! Не знаешь, что? Я не знаю слова этой песни. А какую ты знаешь? Я знаю вот это. Strangers in the night. Эй, погоди, так это та же самая песня. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Да в поле у ручья. Something in your eyes. Светёт калина. Something in your smile. Дорогой длинной. Something in my heart. Ох, полюбила я. Strangers in the night. На Муромской дорожке. Strangers in the night. Ох, напилась я трошки. Strangers in the night. Степь да степь кругом. Что стоишь, качаясь, наливай. И мы с тобой еще поем. А что, хороший, пусть у меня живет. Как что?
Ой, как